Ну что, друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Спасибо вам за то, что вы смотрите наши новости каждое утро, друзья. Спасибо вам за то, что вы есть. Буквально полчаса назад в своем телеграм-канале известный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил печальную новость. К большому сожалению, в этом году на новогоднем огоньке никто не увидит известного российского артиста Михаила Вашукова. Сообщается о том, что Михаил Вашуков вчера проходил медкомиссию в одной из больниц города Москвы и сегодня рано утром по назначению врачей уже был госпитализирован в больницу. Что произошло с артистом, пока еще неизвестно, но его супруга сообщает о том, что на Новый год он выступать уже не будет. Ждем подробностей, друзья, надеемся только на то, что с Михаилом Вашуковым все будет хорошо. На данный момент, друзья, информации пока очень мало, но мы будем держать вас в курсе всех событий и уже в следующем выпуске на нашем канале расскажем вам более подробнее об этой всей истории. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости, друзья, и не забывайте, что мы единственные источники, которые рассказываем всю правду. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.